Сегодня, друзья мои, танчики, get ready сами, шаров ради, и добро пожаловать в игру под названием Regu Tanks. Рандомная игрушка в жанре арагалика, как вы уже наверняка поняли, в которой нам нужно стрелять по танчикам, да, из танчика. И что же мы имеем? Мы имеем отсутствие врагов. Почему? Потому что я по ним уже стреляю. Вау! Быстренько, четенько по нам уже начинают стрелять. Вау! Вот это эффекты. Вот эффект. Так, аккуратненько, спокойно, не спеша будем стрелять по этим прыщеобразным танкам. Вау! И мы можем получить плюс 5 макс хп, плюс 1 к пуле или fire rate. Я думаю, что выберу пульки. Пульки, почему бы и нет. А, это количество пулек. Количество пулек мы выбрали. И стрелять будем с Fancy Incredible танка. Почему? Потому что таких танков в реальной жизни навряд ли есть. Bullet speed, bullet range мы можем прибавить. То есть скорость и дальность. Дальность — это все, конечно, полезно. И поэтому почему бы, собственно, не воспользоваться этой возможностью. Так, дальше идет максимальная хп, что я и возьму. И также мини-танчики, как мини-зомби из Майнкрафта. Они, кстати, меня бесят. Вы знаете, вау, блин. Слоу-мо, кстати, прикольное слоу-мо. Так, буллет, давай больше пуль, богу. Пуль, и мне тоже нужны пули. В Enter the Gungeon тоже были бы неплохие они. Так, давай-ка, Bullet Speed, Max HP, или давай Max HP. Мне понадобится, потому что меня уже все загасили. Тише, все хорошо. Вау, эпик босс танк, ничего себе. Меня он почти снес. Окей, как-то я overreacting on this information. Давай мы поднимем fire rate в этой аркаде небольшой. Так, давай-ка. Больше хп. Больше хп мне сделало меньше хп. Так, и как тут восстановить? Как тут восстановиться? Нельзя попробовать еще раз. Ведь это аркада, дружочек мой. Аркада 24/7. Как было когда-то в лихие прошлые. Так, ну и в этот раз я предлагаю быть более аккуратным. Почему? Потому что это рогалик, рогалики. Тут всегда надо быть пожестче. И, собственно, это и вся суть игры. Не получать по морде, что у меня получается с периодичным успехом. И наносить по морде другим противникам. Так, давай fire rate. Почему? Потому что это выглядит более полезно, чем две пульки. А как минимум я подпускать врагов к себе не буду и буду держать их на небольшеньком расстоянии от своей личика. Так, и похоже то, что вот эти сферки, они восстанавливают нам здоровье, вот эти красные сферки. Отлично, прекрасно и четко по мне попали. Ну, потому что я забыл то, что это танки и то, что они тоже умеют стрелять. Так, давай-ка эти... Вообще, кстати, выглядит так, будто бы за ними сидит Супер Мидбой и прям управляет этими танками. Прям вот не просто берет и управляет, а прям берет и прям управляет. И прямо по мне стреляет. Вау, мне жестко на самом деле, жестко. Мне бы сейчас, во-первых, добить какого-то противничка и получить fire rate на свою пушку. И продолжать выживать и как-то делать все это аккуратно. Так, там много, кстати, противников скопилось. Уже даже большой супер-мега-ультра-босс по мне скоро будет попадать. И на самом деле игра, как по мне, выглядит жестковато. Жестковато, наверное, не пропеклась достаточно. Так что я говорю, она просто топовая. Только послушайте этот саундтрек. Окей, давай Bullet Speed и Range мы увеличим. И давай-ка будем жить, будем продолжать жить. Почему? Потому что это основная наша цель. А почему бы ее, как говорится, не придерживаться, раз уж на то пошло. Так, аккуратно, тише, больше опыта, больше стреляем по противникам. И на самом деле количество пуль, вылетаемых теперь-то, мне стало понятно, зачем нужно, а именно, чтобы на последних волнах мне выживать и жить, и потом пойти туда,
в поле, в пыл битвы. И почему? Потому что там много хп. Давай, я смогу, я выживу. А, я не выжил. Черт. Окей, еще одна попытка. Почему бы, как говорится, и нет, раз уж на то поехала, как по гусеницам гусеничных листопадов. Окей, что? Давай просто поедем дальше. Поедем дальше. Стоять! Это же паук, это же паук. Паучондрик. Так, тише, тише, спокойно и не спеша. Вау, вообще на самом деле наверняка можно под это вставлять какой-нибудь прикольный монтажик и что-нибудь с этим делать. Окей, давай-ка Fire Raid, будем придерживаться такой же схемы, что я придерживался до именно до этого, а именно повышать Fire Raid, а уже потом повышать скорость, точнее количество пулек, которые вылетают из нашего дула, чтобы души населения понизились в этом месте. И так, по мне попали, вы это увидели, вы молодцы, вы это запомните, то, что так не надо. Так, давай-ка аккуратно, аккуратно стреляем и повышаем количество наших пулек, наших патрончиков, повышаем. Итак, вау, вау, я хотел сказать, почему, потому что я только что выигрывал, а теперь я хилюсь, наконец-таки. Так, на самом деле, эта прокачка, а именно количество вылетаемых пуль, она просто делает мою жизнь чуть-чуть безопаснее. Но что не делает жизнь безопаснее, так это вот такие мелкие микротанчики и микроповреждения, которые по мне проходят периодически от обычных и среднестатистических танчиков тоже. На самом деле, пока мы идем хорошенько. Так, вот она, финишная прямая. И я не помню, кстати, на самом деле свой собственный рекорд, но, по-моему, он был примерно намного меньше. Но это и не удивительно. Почему? Потому что я наконец-таки стал играть более адекватно. И это что это за снайпер? Окей, какой-то снайпер. Снайпер у нас в движении. Так, мне бы отхилиться. И хорошо, что тут есть слоумо, я могу на ней вестись на врага. И вот, кстати, такое себе, конечно, было улучшение в моем случае, но, видимо, уже игра говорит все. Все, дружочек мой, другого тебе не дано. И, вау, на самом деле это даже лучше, чем World of Tanks. Рекламы не надо, ведь я уже подох. Ну и такая игра под названием Regio Tank у меня была сегодня на обзоре. Надеюсь, вам понравилась такая подобие браузерной игрушки. Да? В общем, спасибо тебе за просмотр, зритель. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. Пока!